Учеба в России. Об этом Равшан Исмаилов мечтал с детства. В Брянск студент приехал вместе с друзьями из Туркменистана. Всего за 2 месяца успели неплохо подтянуть русский, включиться в учебный процесс и занять место в рядах активистов Брянского государственного инженерно-технологического университета. Наш БГТУ хороший, учителя, ректор хороший. Хочу поблагодарить за то, что они дают знания. И дай Бог, получая знания, я хочу тоже расширить свои знания и в своей стране найти работу. У нас российское образование очень сильно на первом месте стоит, как бы, в Туркмении, как бы, очень хороших можно работать, перспектив, как бы, это. Вот из этого мы в Брянск пришли. Во-первых, здесь недорого все, как бы, сравнить. У нас, как бы, для нас это в всем плане устраивает. Количество иностранных студентов в России к 2025 году должно увеличиться в 3,5 раза. Задача правительства тем самым вернуть российскому образованию статус одного из самых престижных и качественных в мире. Брянская область включилась в программу в числе первых. Об этом шла речь на конференции в БГИТУ, где сегодня активно реализуется международный проект по привлечению студентов из-за рубежа. В этом году в ВУЗ поступило только практически за 1 месяц порядка 60 с лишним человек, приехавших из-за границы с визовым режимом, то есть это, можно сказать, дальние зарубежья, включая страны Средней Азии, Туркменистан, Узбекистан и страны африканского континента. Большое спасибо, нужно сказать, особенно руководству, когда создают те условия, которые сейчас дают такие результаты. Мы со своей стороны будем только поддерживать, приветствовать, и со своей стороны, даже если все это от нас зависит, имею в виду с точки зрения организационно, будем подключаться к этой работе. Думаю, что это наша общая задача. В ходе конференции говорили о том, что сегодня нужно иностранным студентам для того, чтобы быстро адаптироваться к жизни в нашей стране, о совместных проектах и, конечно, о международной дружбе, которая уже успела зародиться. Мои соседи по блоку в общежитии – девочки из представителей нашей солнечной Африки. Вот, и, соответственно, конечно, помогаем, потому что ребятам нужен обменник, там, не знаю, сходить показать наши достопримечательности, потом продукты какие-то даже банально. Конечно, взаимодействуем. И наши студенты нашего вуза достаточно хорошо отнеслись к этому, им нравится знакомиться с ними. Атмосфера в Брянске очень прекрасна, мне вообще очень нравится. А с русскими ребятами общаетесь, дружите? Да, конечно, они вообще очень прекрасны. Помогают в чем-то? Да, они вообще хорошие. Туркменистан, Узбекистан, Конго, Кот-д'Ивуар, Чад, Камерун. И это только начало, уверено руководство вуза. Уже в следующем году планируют расширить географию. Кристина Присхилава, Анатолий Чекрыгин. События, Брянск.